снимаем в смартфоне рабочем. Вот здесь есть трещина. От удара образовалась. Вот. И на тачскрине появились такие трещинки. В принципе, на работу это никак не влияет. Все тут функционирует, весь этот угол. Вот. И замену тачскрина, в принципе, можно не производить. Тут целый модуль менять ради этой трещинки. Я думаю, ничего страшного, пускай еще поработает. Уж окончательно развалится, тогда можно заменить мое старое стекло. Я уже проверил эту тактику. Дальше трещина никуда не идет. Ну, это защитку я вот снял, отодрал тут. Вот, просто сейчас почистим и приклеим новую. Нам понадобится защитное стеклышко, которое заказывал на Алиэкспрессе. Обычное, самое простое, там, за 100 рублей, 120, что ли, не помню. Вот. Ну, и салфетки, которые были в комплекте, почистим. Нам дана задача, какая почистить это все от остатков старого стекла, какие-то стеклышки, клей тут следует, да, все протереть, прочистить, всякие пыль, чтобы не попало, и приклеить уже само стекло. Тут все просто, сначала чистим первую спиртовая салфетка, вторая уже будет сухая. Открываем ее. Можно, конечно, ножницы использовать, но правило приезжают уже сухие. Ну нет, это, в принципе, нормальная салфетка приехала. Вот, а так частенько из стекла долго где-то в продаже лежало. Обе салфетки одинаковые, что спиртовая, что сухая, которая, они будут совершенно одинаковыми. В общем, чистим от всяких следов, которые более так въелись и остались. Ну, а дальше закрываем второй пакетик и вычищаем на сухую. Главное, чтобы на экране перед моментом клейки не было какой-то пыли, вот остается от тех же салфеток, она, кстати, может остаться, вот, то есть нам пройти, и бывает остаются такие катышки небольшие. Внимательно посмотрите перед клейкой, потому что потом они прилипают к стеклу, и уже их изъять будет очень трудно. В общем, почистил как смог, вроде никаких ворсинок нету. Единственное то, что вот у меня удар был по тачу. Возможно, с наклейкой стекла какие-то проблемы в этом углу возникнут. Может, пузыри какие-то появятся или нет. Но в целом трещина вроде как бы ровная. Тач не сыграл ничего нигде. В принципе, поверхность такая достаточно ровная. Я думаю, должно приклеиться все четко. Берем стеклышко. Значит, здесь все просто. Приклеивать надо стороной, вот где этикетка, вот она отклеивается. И эту сторону мы будем клеить. Как-то китайцы сделали пленку. Непонятно, как это отходит. Интересно, у них тут стекла. Забавно. Как нам теперь тут это определить, что клеит, а что нет? Ну, тут получается просто сам этот стикер, который должен был отвечать за отклейку стекла, просто оторвался. А так вот она, эта пленочка. Мы ее снимаем. Вот, и теперь можем приклеивать спокойно стеклышко. Вот. Ну, люди по-разному приклеивают. Я это все вручную делаю. Так что я беру просто его аккуратно четырьмя пальцами. Не знаю, может, плохо видно будет. Вот, и прикладываю ровненько, ориентируясь на вот фронтальную камеру. Здесь мы примерно, даже будет там, если чуть криво, вообще ничего страшного абсолютно. Чехольчик прикроет. Вот. Это будет наклейка такая на глаз. Вот. Отпускаем. Вот, и теперь он сейчас у нас будет сам приклеиваться. То бишь будет такая вот. Вот. Его мы немножко нажимаем. И вот пошло пятно. Жик. Вот. В принципе, я ничего тут не нажимаю. Она доходит. Докуда сможет. А дальше мы уже вручную начинаем поджимать. Вот здесь вот угол. Вот.
Вот, вот он у нас приклеивается. По краям может так хуже вставать. Ну, вроде нормально. Этот угол тоже. Вот этот мы доделываем тоже. Вот и место, где у нас был удар. Вот. Ну, в принципе, вот и все. Вот здесь вот снизу чуть-чуть прям пузыриков. Ну, это прям лабуда. И даже они, в принципе, со временем уйдут окончательно. Да уже все. Вот. И все. Стеклышко у нас готово, приклеено. Можно дальше пользоваться. Все хорошо. Реагирует. Да. Ну и трещина у нас уже не будет так сильно дальше распространяться, нежели если стекло не использовать, оно будет крошиться при каждом любом там ударе, стуке, касании, не знаю. А стеклышко, в принципе, держит нормально. Я уже до этого приклеивал. Вот сколько я тут. Ну, месяца два, наверное, проходил, или месяц, или, ну, как вот было повреждение, так и оно осталось. Еще чехольчик, здесь бампер прикрепим, и можно пользоваться. Все нормально. В общем, отдел чехольчик. Вот, и стеклышко у нас приклеено. Все хорошо. На месте, где была вот эта вот трещина, пузырей у нас тоже не образовалось. Вот, оно нормально приклеилось. Вот. Ну и в целом все нормально. Таким способом можно приклеивать защитные стекла.